А теперь давайте откроем Деяния апостолов, глава 11, начиная с 19 стиха. Будем читать об Антиохийской церкви. Это моя любимая церковь. Я думаю, ничего страшного, если есть у нас любимая церковь. Вот для меня это церковь Антиохийская. Мы читаем: «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Деяния апостолов, 11 глава. А теперь 13 глава, начиная с 1 стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Недалеко от меня, там, где я живу, расположена клиника глазных болезней. Занимаются там и катаракты, и глаукомы, и операциями. Очки прописывают. Основали эту клинику миссионеры, христиане, которые до этого служили в Африке. Потом вернулись домой в Соединенные Штаты и основали клинику глазных болезней. При входе в клинику висит огромный плакат, на котором, как кажется, написано следующее: «Бог – врач, исцеляет, работает». Потом присматриваешься и не можешь понять, что же это такое. Как это так? А потом присматриваешься еще внимательнее, и становится понятным, как это читать. А читать нужно так: «Врач работает, Бог исцеляет». Мне нравится этот плакат, потому что этот лозунг отражает суть самой жизни. Мы делаем свое дело, то есть врач работает. И при этом мы доверяем Богу, который совершает то, что может только Он. Бог исцеляет. В первом послании к Коринфянам, 3 глава 6 по 9 стихи, мы читаем о том, как «я», то есть Павел, насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог.
Значит, есть люди, которые занимаются пасторским служением, они трудятся, они занимаются тем, что ведут Божьих овец. Но первый, главный пастырь — это Бог. То, как Бог через нас работает, — величайшая тайна. Но Бог совершает этот труд в Церкви Иисуса Христа, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы поливаем души человеческие Словом Божьим. Бог совершает труд, и Богу вся слава. Примерно так же апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам о том, что он знал, как строить церковь. И действительно существуют определенные принципы устройства церкви, мы видим их в Священном Писании, мы увидим их на примере Антиохийской церкви. Есть целое служение, которое называется «Естественный рост церкви», которое занимается исследованием и обобщением таких принципов. Мы обязательно будем говорить об этих принципах в связи с тем, как развивается, как растет церковь. Кристиан Шварц, автор вот этого проекта, основатель этого служения, он христианин из Германии, который вел исследования, он исследовал 1000 различных церквей по всему миру. И он задавал вопрос, какие принципы определяют рост церкви? Его команда, его сотрудники изучали самые разные церкви, официальные и неофициальные, городские и сельские, большие и маленькие. Они изучали самые разные общины, самые разные церкви, более 1000 разных церквей, и пытались выделить общие принципы, которые объясняют рост церкви или способствуют росту церкви. Так вот, я смотрю на эти принципы, 8 различных принципов, которые здесь перечислены на доске, и я вижу, насколько эти принципы похожи на то, что было в Антиохийской церкви. Сегодня вот на этой лекции, на этом семинаре мы с вами поговорим об этих 8 главных черточках, главных принципах основания и развития церквей, выведенных из исследования более 1000 различных церквей по всему миру, а сейчас изучено уже существенно более 1000 церквей. И через эту линзу мы посмотрим на церковь в Антиохии и увидим, как эти принципы работали в Антиохийской церкви. Но при этом мы будем видеть, как Бог через Духа Святого взращивал эту церковь и умножал ее. И по ходу разговора мы выведем принципы, которые применимы для нашей поместной церкви, для того, чтобы проанализировать наше состояние в разных областях. Первая область развития церкви — это благовестие, ориентированное на нужды. Лука говорит о том, что в Антиохии все началось с благовестия. Все началось с каких-то неизвестных, неназванных по имени христиан, которые стали рассказывать друзьям и знакомым о вере. Причем они при этом переходили естественные барьеры. Самый большой барьер тогда был барьером между евреями и язычниками. Сегодня тоже есть барьеры. Пожилые люди и молодежь, образованные и необразованные, богатые, бедные, люди, которые много работают, и люди, которые вообще не работают. Барьеры есть самые разные — религиозные, расовые. Но вот что интересно. Антиохийская церковь, как и любая здоровая церковь, преодолевает барьеры для того, чтобы сказать о Христе. Потому что для них Христос важнее и выше, чем любые естественные барьеры. Вот так было в Антиохии. Проходило благовестие, ориентируемое на нужды людей. Евангелие не навязывали, но с помощью Евангелия давали ответы на вопросы, которые задавали себе люди неверующие. Существует 7 сложившихся проявлений христианского милосердия. Накормить голодного, одеть обнаженного, дать кров бездомному, заботиться о сироте, поддержать больного, посетить заключенного, узника, хранить умершего.
Вот это способы, которыми христиане показывают свою любовь, проявляют свою любовь, при этом свидетельствуя о Христе. Расскажу вам историю, которая мне очень и очень нравится, как раз о том, как люди переходят барьеры для того, чтобы рассказать о Христе. Это история об одном моем знакомом, одном из пасторов Московской библейской церкви, который, кстати, преподавал курсы и здесь, в семинарии Троицы. Зовут его Олег Шевкун. История его жизни весьма интересна. Он вырос в Москве, его воспитала мама и, кстати, неплохо воспитала. Когда ему было 16 лет, он стал секретарем комитета комсомола в школе. Ну, как вот в Москве, младшая, средняя и старшая школа часто бывают в одном и том же здании. И вот эти школы находятся среди московских новостроек и московских высоток. И вот Олег учился в одной из таких школ, стал секретарем комитета комсомола, его уважали, признавали, и как-то директор школы вызывает его и говорит: «Слушай, пойди-ка ты в первый класс и посмотри, там есть девочка, с которой проблемы. Попробуй на нее воздействовать в положительную сторону». Все это было еще в самом начале перестройки. Он пошел и познакомился с этой девочкой, и выяснилось, в чем проблема. Проблема в том, что эта 8-летняя девочка была христианкой. И более того, она свидетельствовала о Христе, и одноклассники начинали приходить к вере, приходить ко Христу. Олег должен был провести с ней воспитательную работу. И на протяжении нескольких следующих месяцев Олег познакомился с этой девочкой. И вот эта 8-летняя девочка пересекла возрастной барьер и привела Олега к Иисусу Христу. Прошло много-много лет, когда Олег уже окончил семинарию и стал пастором Московской библейской церкви. Эта девочка тоже выросла, и она была на этом служении, на рукоположении. Именно ее когда-то Господь использовал для того, чтобы пересечь возрастной барьер и рассказать человеку о Христе. Вот это и происходит в здоровых церквях. Здоровые церкви растут, потому что люди рассказывают другим о Христе. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.